Здравствуйте. Сегодня хочу рассказать вам тему сахарный диабет и планирование программы ЭКО. Сахарный диабет делится у нас на два типа. Это первый тип и второй тип. Про первый тип поговорим с вами чуть позже. Второй тип сахарного диабета – это наследственное заболевание или же приобретенное. При втором типе сахарного диабета программа ЭКО возможна. То есть, если у вас гликированный гемоглобин составляет не более 7% и уровень гликемии в пределах нормы, допустимой нормы. Для лиц сахарного диабета второго типа характерна избыточная масса тела. Так что, дорогие мои пациенты, если вы планируете программу ЭКО, если вы планируете беременность, пожалуйста, нам надо будет с вами немножечко скинуть вес. И придерживаться диеты номер 9. Всем до свидания!